Очень интересную работу провела аспирантка наша Ахметшина Динара, которая вот здесь сидит. И она сделала эту работу не в Казани, потому что такого оборудования в Казани нет. Вот она съездила во Францию, где в сотрудничестве с мировым лидером в этой области, с Розой Кассар, с ее группой, была проведена работа по исследованию активности мозга с применением не электрофизиологических методов исследования, как это мы делаем в Казани, а с применением методики бифотонного имиджинга, то есть оптическая визуализация сигналов, которые возникают в коре головного мозга при его активации. А для того, чтобы мониторить активность нейронов, производится генетическая модификация нейронов путем внедрения в клетки головного мозга вируса, в котором закодирован ген, экспрессирующий кальций-чувствительный белок. Такая хитрая комбинация, но практически это выглядит так. В животное вводится вирус, который содержит ген белка, кальций-чувствительного белка, и когда он экспрессируется в нейронах, он начинает чувствовать внутриклеточный кальций. И когда мы смотрим на поверхность мозга, и с помощью бифотонного микроскопа мы можем заглянуть довольно глубоко в мозг, на расстояние, на различные слои коры, мы можем видеть вспышки активности нейронов, как вспышки кальция, то, как они проводятся, могут ли они запускаться сенсорными стимулами и так далее. Вот такая методическая работа, которая, мне кажется, будет очень полезная в дальнейших исследованиях.